В ноябре 2012 года в Соединенных Штатах Америки состоится круглый стол, посвященный проблемам ядерной безопасности, участие в котором уже подтвердили лидеры многих стран, в том числе и Владимир Владимирович Путин. Помимо обсуждения государственных вопросов, принимающая сторона запланировала весьма обширную развлекательную программу, включающую в себя поездку лидеров стран на самых больших в мире американских горках, строительством которых занималась компания Disney. Признайте, инициатива весьма своеобразная даже для Соединенных Штатов Америки. Что же на самом деле кроется за этим, на первый взгляд, безобидным мероприятием? Обратимся к Библии и вспомним историю падения ангела по имени Сатана, который, возжелав власти, равной власти самого Бога, был низвергнут в ад, где он остается и по сей день. Падая с небес, Сатана подвергся воздействию воздушных потоков, превративших его падение в страшный набор из зигзагов и безумно закрученных спиралей. Вам это ничего не напоминает? Именно траекторию падения Сатаны в миниатюре высотой 253 метра и длиной почти в 3 километра умело воспроизвели американские строители, много лет искавшие идеальное соотношение пропорций, открывая все новые и новые детские парки, центральное место в которых всегда занимали именно американские горки. Кстати, сами американцы, так любящие собственничество, почему-то называют их русскими горками. Строительство последнего падения, а именно так компания Disney назвала свое творение, пытался предотвратить Иоанн Павел II, описавший всю опасность этой постройки в своей доктрине, согласно которой катание на американской горке представляет собой обряд темной инициации. Катаясь на горках, человек испытывает такой же страх, который испытывал Сатана во время изгнания с небес. На пике ужаса, когда душа человека шокирована отчаянием и страхом, его сознание максимально открыто для внешнего воздействия. В лучшем случае для гипноза или психического кодирования. В связи с неожиданной кончиной понтифика, доктрина свет так и не увидела. По странному стечению обстоятельств, все затраты на похороны Иоанна Павла II взяла на себя компания Disney, которая уже не раз подвергалась нападкам религиозных фундаменталистов за сотворение кумиров из языческих животных и массовое насаждение их культов. Хотя, судя по логотипу, Disney этого никогда и не скрывал. Очевидно, что якобы за безобидным мероприятием, которое американское правительство проведет за месяц до конца света, дату которого они так активно раскручивают последние годы, стоит зловещий план невиданных ранее масштабов. Этот факт подтверждается еще и тем, что по какой-то причине именно американского президента не будет в составе участников заезда. Не верить во все это сейчас было бы фатальной ошибкой с далеко идущими последствиями для всех нас. В твоих силах предотвратить катастрофу. Отправь имейл со ссылкой на это видео послу США в России. Копию письма отправь в администрацию Владимира Путина. В теме письма напиши: «В гробу мы видали ваши американские горки». Реализуй свое право на безопасность России.